И последнее. Познакомят зрителей с необычными картинами. В Центре изобразительного искусства открылась выставка под названием «Живые картины». В экспозиции представлено около 30 работ, выполненных в технике голографии. Физики Государственного оптического института Санкт-Петербурга создали эти картины с помощью лазера, а объемным изображение кажется благодаря специальному освещению. Коллекция на разную тематику. В основном, конечно, это музейная тематика. Это бесценные экспонаты Эрмитажа, древнейшее золото скифов, скульптуры Русского музея, памятники архитектуры. Также немного японской тематики, индийской, животный мир. По словам организаторов, выставка будет интересна жителям всех возрастов. Эта коллекция объездила всю Россию, и везде зрители высказывали авторам свое восхищение. Глядя на эти картины, действительно создается впечатление, что изображенные на ней предметы можно рассмотреть со всех сторон.